Я познакомился с ним сегодня на трассе, когда он на своей Бугатти менструале или как-то так. Он какому-то человеку орал, что «Алло, Иисус ебаный, зачем ты меня таранишь?» Ну, что-то подобное. Сука, а чё мне ДБш? Чё не это? Чё это? Вот и до этого я даже предположить не мог, что это заместитель главы департамента культуры. Это меня удивило. По-моему, культура так точно не выражается. Вот. И я его задержал. И вот, к сожалению, судьба распорядилась так, что его убил ЕМСник. Знаешь, что сказал? Ехал, значит, его, я задержал алкоголика. Я задержал алкоголика, привез Саску. Алкоголику плохо стало. Вызвали вашего сотрудника. Приехал ЕМСник, какой-то молодой сотрудник. Приехал, начал что-то там тыкать, шмекать, бэкать его. Все, алкоголик сломался, стоит, молчит, уже 10 минут втыкает, признаков жизни не подает. Что за говно? Мне нужен алкаш, дающий показания. А он сделал мне мертвого алкаша, он зомби из него сделал, я хер знаю. Потом оживил, правда, рандомный маргинал в Саске, который сосал его в губы. Но это не важно уже. Но смерть его констатирована, поэтому если вдруг кого-то смущало, что он разговаривал до этого, он мертв. Никого это не смущает?